Итак, всем привет, вы на канале Крилли. И у нас сегодня прохождение The Addams Family Mansion Mayhem, семейка Адамс. И посмотрим, что она из себя представляет. У нас здесь есть какие-то мини-игры. Пока что мы их оставим, но потом надо выбрать персонажа, присоединиться как-то. Начнем вот с сюжетного режима. Посмотрим, что это. А, здесь тоже, да? Ладно, давайте присоединиться. Гомес, Уэнсдей, Паксли, Мартиша, Гомес. Ну, давайте за главу семьи. Что у нас? Продолжить. Курсор мы, наверное, уберем. Карта особняка. Выбрать ничего не можем, только то, что есть. Дорогая моя, за этот рыбный рулет умереть не жалко. Скажи мне, кому пришлось за него умереть? Вы только рыбе, любимый. Уэнсдей, как дела в школе? Узнала что-то новое? Что же, мама, я узнала, что у Британи Коллингс должно быть аллергия на кошек. Когда она открыла шкафчик и увидела кошку, которую я подарила ей на день рождения, так себе лицо расчесала, что пришлось уйти домой. Ну что же, день без школы — отличный подарок. Скажи ей, что я ее поздравляю с днем рождения. Она вообще знает, кто ты, дорогой дядя? У меня много высокопоставленных друзей. А что там с научной ярмаркой? Как продвигается твой проект? Никак. Я до сих пор не решила, что буду готовить. Старые ужасы и страшилки только нагнетают тоску. Я уверен, ты что-нибудь придумаешь. Ты у нас ненормальная, но очень смышленная. Паксли, сын мой, расскажи, как там твои уроки игры на органе. Все плохо. Мои ладони слишком большие, а пальцы слишком короткие. Вот почему у меня и душить хорошо не получается. И я думаю, что мне медведь на ухо наступил. Глупости. Каждый мужчина рода Адамсов – музыкант. Твои пальцы догонят твои гигантские ладони, и оглянуться не успеешь. Ларч, будь так любезен, открой дверь. Вы звонили? Здравствуйте, меня зовут Кайл. Прекрасная у вас семья и очень интересный дом. Послушайте, я сразу перейду к делу. Я хочу купить ваш дом. О, любезный, спасибо вам за предложение, но дело в том, что мы его не продаем. И аккуратнее на выходе, врата могут покусать. Ну, на самом деле, это не важно, видите ли, я все равно его куплю. Правительство приказывает вам покинуть здание, и я буду его новым владельцем. За что же? Мы единственная семья, которая хочет здесь жить. Особняк станет первым помещением для квест-румов со шведским столом. Мы назовем его квест-рум и буфет у Кайла. Мы провели соцопрос, и всем идея понравилась. Общество этого хочет, так что, пожалуйста, не усложняйте ситуацию больше нужного. Все в шоке, короче. Убирайся. А я причем этот дом сказал. Он бегает. Хотела убедиться, что у нас достаточно чернил на случай, если придется что-то подписывать. Что же нам делать? Это наш дом. Мы не можем снова переезжать. Это ужасно. Это, да, великолепие, ужасное здание. Должно быть, простояло здесь несколько веков. Наверняка это какая-то историческая достопримечательность. Они не могут его просто так разворотить. Ради какого-то лабиринта с нескончаемыми крабовыми ножами. Ларч, ты был здесь пациентом, когда это была еще психбольница. Что ты можешь рассказать нам об этом месте? Видимо, нихуя он не может рассказать. Должно быть более быстрый способ получить эту информацию. Если вы хотите узнать исторические секреты этого места, вам понадобится помощь дома. Я накормила его волшебной смесью, вы узнаете через туалет. Блять, это ужас. Он откроет порталы в другие миры, чтобы помочь вам найти то, что вы ищете. Похоже, это сработало. Давайте попробуем найти доказательства в самом доме, в столовую. Ой, как-то долго. А почему нам начинать именно там? Потому что, Паксли, мой мальчик, нам нужно закончить ужин. В нашем серванте с китайским сервизом есть портал? Он всегда там был? Или нет? Он всегда там был?
Может, я схожу с ума, но мне кажется, что дом хочет, чтобы мы все вошли туда. Бьюсь об заклад, там есть путь до самого Китая. Дорогой, думаешь, стоит нырять в сервант так сразу после еды? Конечно, стоит. Это довольно долгий диалог получился. Ну ладно. Ужасная столовая. Так, что у нас? Найти гербы башни с сокровищами, тарелка с гербом с горцующей свинкой. Соберите дублоны в количестве 100 штук. Когда-то в школьные годы командир руководил группой под названием Гомес и его чокнутая банда. О, так. Разберемся с управлением. Нормально, что размером со стол? Нажмите B для столкновения. Зачем? Так, ладно. Пока что все это немного глупо. Ну, в принципе, имеет место быть. Ладно. Давайте попробуем поиграть. Может, в принципе, какой-то толк в этом есть. Я вообще рассчитывал на то, что игра будет немного более изысканной. По-моему, это херня какая-то. Он прыгает на банане. Чего они такие маленькие-то, а? Кто мне скажет? Если я их разбиваю, ничего с ними не становится, да? Мы только банки эти бить можем с вареньем. А бабушка старалась, готовила. А мы вот так. Ой, чуть не свалился. Там котел какой-то, зелье варится. Так, ладно, нам надо дублоны и какую-то фигню еще найти. Какие-то гербы. Иди, ой, помидор. Блять, это первая игра, где я дерусь с помидором. Кто нас же кидает, а? Кто буянит? Кто бузит? Давай, блядь, он коленом бьет. Интересно, если бы я выбрал кого-нибудь другого, была бы хоть какая-то вообще разница? И чё вот это такое? Что это? Пламя, которое куда-то улетает. Или это типа... А, прикинь, это заначка. Нормально. Окей, собираем это все. Мы богаты, мы нашли деньги. Мы сможем выкупить эту квартиру у государства. Ой-ой-ой. Так, зря мы пошли сразу, по всей видимости, да? Или... Так, понятно. Возвращаемся обратно. Хамес, ты какой-то неповоротливый. Ей-богу, по-моему, тебе пора худеть. На. В таком стиле это немного тяжеловато. Я не понимаю, в чем вот этот вот прикол того, что они маленькие. Расскажите мне, пожалуйста, есть какая-то сабля-мазурка? Древняя семейная реликвия. Не бояться, моя сабля порубит на льняный паштет каждого. И чё ты бьёшь всё равно пузом? Как саблю использовать? Ну-ка. Параметры. Где тут управление? Так, единственное, что я вижу, это использовать способность. Давайте попробуем. А, вот, это способность, да, сабля, то есть. Нормальная такая способность. Теперь нас уже не остановить. Блять, мне глаз отпиздил. О, прикинь, он целое сердце снес. А, вот и обучение, как сабли бить. Они дождались. Блять, еще одно сердце снесли. К бою выигрышные очки, Адамс. О, сердце нашел, слава богу. А то у нас тут геморрой начался. Так, давайте персики. Так. Очень неудобное управление. До ужаса просто. Чё, я собрать не могу никак.
Ну давай, блядь, дубляж. Или как он? Или как ты там? О, заначка. Мы почти, кстати, собрали наши дублоны, только я так и не нашел. Что нам там надо было? Гербы какие-то. Портал куда-то, да? Куда портал? Что это, блядь, такое? Глаз. Херачим, все, бей посуду, я плачу. Нормально он сабли выдает. О, подожди, заначка. Золотой дубло. Слушай, может это и есть как раз-таки тот самый герб? Фамильный герб найден, да, башня с сокровищами. Это не... Ну, это один из них, а надо два там каких-то. То есть надо еще второй найти, где он там. Ну, такое, ну, то есть поиграть в принципе можно, но не сказать, что игра прям обалдеть какая, офигенная. Ну ладно. Может в дальнейшем будет поинтереснее. Опа, еще что-то. На секунду забыл, что его надо ударить. Вот ты дурак. Понятно. Фамильный герб найден. Соберите дублоны в количестве. Ну это ладно, это понятно. А третий. А, ну, в принципе, наверное, в последнем направлении. Стрелочки-то у нас туда указывала. Вообще, по идее. Ножи в стены летают. Интересно, они урон нанести могут или они так ради прикола чисто здесь? И зачем вообще эти дублоны? Мы за них что-нибудь покупать будем, может? Или еще что-нибудь интереснее, может, произойдет. Куда, блядь, уже интереснее, в принципе. Адам с размером, блядь, с яйцо куриное. Интересно, это официальная игра, или я что-то не обратил внимания, кто разработчик. На заставке, по крайней мере, так... да, мол, это официальная игра, но, видимо, мультики у них делать получается лучше, чем игры. Пока что это ужас. Что, стреляет кто-то непонятный? Так, пойдем сюда. Явно здесь что-нибудь интересное можем найти. Например, глаз. Или помидор. О, давай, что у нас там? Я думал, герб найдем. Он какой-то хуйню каждый раз находим. Да-д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 а. Умерли. Одно сердце, слава богу, я думал, может, вообще умрем. В подобной игре может и такое произойти. Так, давай, давай, давай. Чебурашка на фоне какой-то. Так, последнее сердце. Я думаю, если мы умрем, придется начинать полностью все с самого начала. Дублоны мы попробуем первый уровень собирать. Посмотрим, если от них есть польза, то в принципе будем собирать дальше. Если уж нет, то в принципе будем просто собирать сколько нам там надо и сваливать. Ходим по лезвию ножа, если честно. Вот. Все сердечки потерял. Придется начать все сначала. С какого начала? Ты в курсе, что ты не сначала начал, если что? Ну ладно, в принципе, получается, умереть мы здесь толком не можем. Что, в
принципе, частично хорошо, с другой стороны, это, ну, немножко глупо. То есть зачем тогда вообще толку от этих жизней, если ты все равно будешь каждый раз появляться? Так, у нас уже 161 дублон. Нормально. О, я думал, ты герб. А это какая-то опять очередная хрень. А, не, да, все, герб, все нормально. Тарелка с гербом гортующей свинки. Он, кстати, и жоп свиньи. У нас все нормально. Интересно, у игры рейтинг есть вообще? Блять, помидоры с глазами, я не могу. Блять, за хрень собачья. Какая-то музыка нагнетающая немного была. Эти тыквы непонятные, которые можно просто разлететь, что это сливы. О. Портал, я так думаю, финальный, да? Бабушка посещает Некрокон, недельную конференцию по темной магии с сообщением, короче, с каким-то сообщением. Ну, прошли, да, прикольно, и чё? Суматоха на мечах. Я так полагаю, дублоны эти собирать толку нету, да, потому что у нас здесь ничего вообще нет. Мы каждый раз можем присоединяться по новой и все это проходить. Наберите 200 очков. Ну ладно, попробуем сейчас еще. Уровень, посмотрим, что оно из себя представляет. Особая способность мартиши — призывать пауков. Соберите как можно больше амулетов, чтобы выиграть. Каких нахуй амулетов? Я на какой-то бочке. Непонятный. Так, как? Оно ж вообще, ну... Прям непонятно, что это. Что это за тортики какие-то. Большой амулет. Большой амулет. Собираем вот эти, сейчас это пропадет. Собираем вот эти, идем сюда, собираем вот эти. Если я в жижу упаду, то что? Так. Эти гады мне будут мешать, а вот что? Ничего. Ну, в принципе, как и в основном сюжете игры. Ай-яй. Не достали, ну ладно, ничего страшного. Видимо, там появляемся вот с этими ублюдками. В полете можем это делать, но мне кажется, это немного нам наоборот замедляет все. Нам надо набрать было всего 200, но мы уже набрали вон целую пачку. Я думаю, это нам скажется плюсом. Так, а там вот я вижу большой. Не обратил внимания, сколько он там дает. Да, понятно. Ладно, хорошо, что мы хоть бесконечно можем появляться. Это было глупо с моей стороны. О, два сразу больших. А, нормально так. 650, 660, сейчас вот 710, 735, 25, по-моему, дал. Да, не достал. Да пофиг вообще на вас. Кто такие, я вас не звал. Идите с бочки. Это мой дом. Никакой сюжетной линии, то есть почему мы маленькие, почему вообще оно все так. Фамильный герб найден, наберите 200 очков. А у меня получилось, как маленький ребенок, ей богу. КМС, счет 865, продолжите. Гасли большую часть своих дней проводит, что-то взрывая, это ему разрешено, лишь бы он, да. А, эти фамильные гербы, короче, надо, чтобы открывать их уровни, да, и то есть, если мы выберем вот этот, у нас все собрано, здесь, в принципе, тоже. Этот мы, скажем так, покупаем уровень. И идем дальше. Ну, давайте, ладно, головоломка с хлебницей, слива на сцене, соберите дублоны в количестве 100 штук. Уныленько немножко. Но пойдет, ладно, поиграть можно.
разбивать мы ничего не будем, я думаю, это там бесполезно. Сабля, мы древние семейные сабли для резни и скольжения. Мы бы хоть уклоняться, что ли, могли было бы как-то попроще. Так, что-то здесь ничего не валяется, поэтому ладно. Несколько штучек-то разобьем. А то мало ли. Потом не будет вообще ничего. Так. И чё? И ничего, да, понятно. Ты откройся. Оп, портал, нормально. А вот там нас ждут помидоры злые. Огурцы здесь будут? Я хочу с огурцами повоевать. Да, блядь, два врага и... Его умудрились мне лень на высыпать. Как так-то? Так, ништяк. Сейчас мы еще глазу навыдаем. Помидорка, помидорка, иди сюда. Так, по-моему, это какой-то это пазл. А головоломка. Это вот как раз, по-моему, начался тот самый квест-рум, который нам предлагали сделать из нашего дома. Да, не. В принципе, здесь все довольно логично. Кажется, по крайней мере, на первый взгляд. Сердце бы где-нибудь найти было бы довольно хорошо. А то, не дай бог, где-нибудь опиздюлимся и все. И что делать потом? Придется продавать хату. Выставлять на торги и так далее. Этот. Начнется сразу. Ай, да. Блять, ну ты дикий, конечно. Ух ты, блять, помидоры. Слава богу, они меня не заметили. Играем в стелс. Слушай, они пустые могут попасться. Что за... Что за кидалово? Мне кажется, меня начинают обманывать. Какая-то хрень пока что. Прям полноценная. Я хотел дать шанс, в принципе-то, этой игре, но, по-моему, зря. По-моему, попахивает. Двойного прыжка нету, вот как туда попасть? Пиздунда. Оно нам надо вообще. Собираем монетки, нам немножко осталось всего. Дублоны, блядь. Еще 34 и все. Уявно это все. Чё, а чё тебе глаза не атакуют? Попасть по помидору не может. Как ты готовишь, чтобы вся дома? Ух ты, сейчас по голове, блядь, прилетит. Они пустые. Грустно как-то и печально. Давай запрыгивай, толстяк ты. Так, сходим туда. Стрелка показывает туда, значит, мы пойдем в противоположную сторону. Все логично. А я забыла, где там слива должна быть? Можно посмотреть? А, слива на сцене. Сцены пока что я еще никакой не видел. Поэтому будем искать. Так, там портал. Там портал. Так. Вот это становится интересно. А, этот ведет сюда же, перезапускает уровень. Я так полагаю, да? Этот... Этот ведет на следующий. Давай будем сразу методом тыка проверять, потому что это попали, я так полагаю, на следующий, либо это этот перезапустился, но уже посложнее. Не, все-таки это был следующий. Так, следующий. Итак, куда на этот раз мы попробуем попасть? О, мы нашли сундук.
Это было довольно неожиданно. Я думал, здесь только порталы. Или еще какая-нибудь хрень. Или это просто последний уровень. Это последняя комната. О, еще один сундук. По всей видимости, все-таки последняя комната. Фамильный герб найден. Головная головоломка с хлебницей. Осталось, значит, найти сливу. И еще какую-то хрень, да? А, и просто дублоны собрать. В принципе, нормально. Надо найти, значит, сцену для начала. Да, как вы меня заебали, эти помидоры. Да почему я от каждого помидора-то отхватываю? Я настолько слабый, да? О, морковка гнилая. О, редиска. Редиска. Она, прикинь, она живет. И одного, блять, мало. Так, 86, но в принципе с дублонами, я думаю, мы уже точно дело не проебем. А вот с морковкой. А, три морковки тоже из двух частей, даже, наверное, из больше. По-моему, их даже получается. А! Как мы вовремя крикнули вдвоем. Так, один маршрут, да? Надо сломать все банки. Окей, я понял. Блять, дурак. А главное не отгребсти, я думаю, а мало ли, здесь есть все-таки какие-то ограничения на количество возрождений. А, это, я так полагаю, сцена, да? Я так полагаю, слива будет здесь. Опять-то редиска. Ну, слава богу, когда она уже в более меньшей форме, то вроде как ее даже можно во время ее... Вот это вот. Крутанины. Победить. Как, блядь, залазить на подобные... А, прикинь. Вот так. Так, ладно, это все фигня. 99 дублонов. Ладно, еще один соберем. Дублоны собраны. Осталось найти сливу. Где она? Я так полагаю, наверное, на этих тарелках. А, я уже думал, что это та слива как раз, которой надо. Но нет. Вот здесь она, наверное, да? Не, видимо, на количество возрождений здесь, в принципе, это пофиг вообще. Игра, видимо, как бы на детей рассчитана больше. Чтоб они никогда не умирали. Так, надо проверить, что у нас в том сундуке, в большом. Я надеюсь, что это то, что нам надо. А прикинь, мы его открыть не можем. Так, торт какой-то. Хрень собачья. Ладно, посмотрим, что у нас здесь. Может, мы вообще даже не в ту сторону пошли. Я надеюсь, что в ту. Что ходить долго здесь. Лень. Так, ладно, стрелка ведет туда. Мы все равно все собрали уже, все, что надо. Так, здесь у нас пока что ничего интересного я не вижу. А, эти же дверки открываются, точно. Ладно, идем. Только я не знаю, есть ли смысл, что мы сюда идем вообще. На вас мне сейчас, в принципе, все равно. Книга какая-то. Я так полагаю, мы не нашли сливу, да, и это конец уровня. По пятницам Мартиша носит все черное, и по субботам, и по воскресеньям, и понедельникам она также носит только... Вы только посмотрите на эти рецепты. Пирог из ядовитых ягод. Пирог в ядовитом горшке. И вкуснейший хрустящий жареный яд. Можно яд пожарить. Что здесь делает эта книга? Я раньше ее здесь не видела. Думаете, дом пытается нам что-то показать? Наверное, стоит продолжить поиски. Абсолютно верно, любовь моя. Еще лишь один кусочек рыбного рулета, и мы пойдем. У нас, слава богу, хватает, но я думаю, на этом мы, наверное, в принципе, будем завершать этот ужасный ролик. Сейчас только прочитаем вот это вот послание.
Эта поваренная книга была написана неким Сильвестром Груэй. Что бы это могло значить? Кем был этот человек? Любовь моя, ты снова мыслишь вслух. Эй, наш холодильник тоже светится. То есть теперь мы должны влезть в него? Гениально, сынок. Откуда только у тебя такие опасные для жизни идеи? В холодильник. И на этом, я думаю, мы, наверное, первую серию прохождения игры Семейки Адам закончим. Если вам понравилось данное видео, не оставляйте равнодушными и ставьте лайки, и оставляйте свои комментарии по поводу моих видео. И всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, и всем пока!